Приветствую всех! Сегодняшний урок-разбор – это заказ одной из подписчиц нашего канала. И сегодня в эфире Сакис Рувас, неповторимый талант Греции, который дважды участвовал в международном конкурсе песен Евровидения, и его песня «Люби меня». Песню на Магапас Сакис Рувас впервые исполнил 14 июня 2006 года, но она до сих пор является хитом его творчества. Для тех, кто не знаком с этой песней, предлагаю вам послушать и познакомиться. Для удобства и для понимания, о чем эта мелодия, над нотами я подписала русский текст. А кто хочет непосредственно перейти к разбору, вы можете это сделать, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Делится на куплет и припев, поэтому мы ее поделим на строчки. У нас будет 5 строчек, а фактически 4, потому что 4 и 5 повторяются. Итак, первая строчка. Сначала сыграю только я. Обратите внимание, что я играю разными пальцами. Эта песня очень хорошо ложится под позицию. То есть я положила руку аккуратненько, кругленькую, красивенькую, все пальчики закруглены. И я играю теми пальцами, на которые приходятся те ноты, которые мне нужны, те клавиши, которые мне нужны. Все под пальцами, я никуда не прыгаю. Итак, мы начинаем с 4-го пальца. Отсчет у нас от 1-го. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й. С 4-го. Параллельно это нота ми. Потом пальцы, которые окружают 4-й. Потом с 3-го. И тут скачок на 1-й. Все рядышком. Следующая снова с 4-го. И теперь немножко по-другому. Снова скачок. И рядышком на 2-й. Еще раз попробуем сыграть вместе. Начинаем с 4-го. С 4-го. Вторая строчка. Меняем немного нашу позицию. Перемещаемся точно так же пятерней, только на одну клавишу влево. И все опять у нас будет играться теми пальцами, которые лежат над клавишами. Никуда не прыгаем. Никак не прыгаем. Начинаем с 4-го. Правда, это уже будет не ми.
а так как мы передвинулись, это будет нота ре. И скачок на первый, рядом второй, и на этой ноте застряли. Снова наверх, на соседнюю. Теперь опять от ре четвертого, скачок. Снова на нотке си. И вниз. Еще раз вместе с вами. Начинаем от нотки ре, наш четвертый палец. Скачок на первый. Рядышком си. Теперь на этой нотке застряли. Повторяем от четвертого. Скачок. Третья строчка. Перемещаем нашу позицию обратно вправо. И эта строчка будет очень похожа на первую. Мы снова начинаем с четвертого, с нашей нотки ми. И окружающие звуки. Вернулись на ми. Вниз скачок на первый и второй. Снова четвертый. Просто немножечко другой ритм. Кто знаком с нотной грамотой, вам будет легче, если вы будете соотносить не только игру с рук, но и ноты, которые располагаются над клавиатурой. Кто лучше знает песню, тому будет легче, потому что вы мысленно прокручиваете в своей голове слова и мелодию, которую давно любите. Итак, повторим с вами еще раз третью строчку. Начинаем с нашего четвертого. Скачок на первый. Снова четвертый. Четвертая строчка. Снова перемещаем позицию влево. И тут мы уже начинаем с первого пальца. Да, что-то новенькое. С первого. Теперь четвертый. Вернулись на первый. И соседние си. На ней застряли. Соседняя до. Снова с первый. Четвертый. Первый. Второй. Вернулись на ля. Еще раз сыграем вместе с вами. У нас все время чередуется первый, четвертый, первый, второй. Потом мы чуть поднимаемся до третьего. Спускаемся к первому. Итак, вместе со мной. 3, 4. Наша пятая строчка – это повтор четвертый. Итак, вы можете перейти к каждой строчке еще раз отдельно. Для этого есть ссылка в описании к этому видео. После того, как вы разобрались с каждой строчкой, я предлагаю вам сыграть вместе со мной с начала до конца. Мы играем все четыре строчки, и в довесок четвертую мы повторяем еще раз. Если это ваша любимая песня, и вы знаете слова, вы знаете просто мелодию, то обязательно не только играйте музыку, но еще и пойте вместе со своей игрой. Итак, поехали. С самого начала. 3, 4. Thank you.
и кратко мы с вами разобрали мелодию вашей любимой песни. Еще больше песен-разборов вы можете найти на этом YouTube-канале «Уроки пианино. Все мы звезды», в плейлисте «Уроки» или в других социальных сетях, в которых вы больше сидите. Это группа ВКонтакте, группа в Фейсбуке, Телеграм-канал «Все мы звезды», места социальных сетей, где я выкладываю новые уроки-разборы, а также другую информацию, связанную с музыкой и с постижением нашего музыкального искусства. Если у вас остались какие-то вопросы по разбору этой мелодии или других песен, обязательно задавайте свои вопросы в комментариях к этому видео или к другим видео. Также я готова заниматься с вами онлайн и играть те мелодии, которые хотите именно вы. Для этого напишите мне в любой из социальных сетей ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм, Директ или на почту, которая прикреплена к этому YouTube-каналу. И мы с вами обязательно это обсудим. До новых песен и до новых разборов! Всем пока-пока!